У нас уникальный объект – это модернизация двухлетняя сквера Ладынина идет, да? Наше уникальное событие федерального значения, мы так считаем, да? Поэтому значительные инвестиционные средства потрачены туда. Вот все-таки ситуация в этом году, что планировалось, что истрачено, что сделано, что не сделано. И вообще, когда мы планируем завершить эти все работы, вот чего мы хотели, мы достигли этого, либо не достигли, и что мы дальше будем делать, какие сроки. Я понимаю, что это заказчиком является отдел культуры у нас. Ну, в частности, культурно-досуговый центр. Ну, это ваше подразделение, поэтому вы отдел культуры. Не МКУ. Ну, это вопрос из вопросов. Будем так говорить. Так а вот нам надо получить ответ, истинную картину. Что то, что происходит? Объект, будем говорить, в полном объеме не сдастся, под большим вопросом. Это с объективной точки зрения и так далее. Объем инвестиций в прошлом году был столько-то, израсходовано столько-то. Сделано конкретно, мы хотели то-то, то-то, то-то. 21 год. Объем инвестиций федеральный, краевой, местный бюджет такой-то. Фактически на 1 ноября истрачено столько-то. Планировали сделать то-то, сделали то-то. Значит, у нас остается денег столько-то. Что мы хотим сделать на них? Либо мы вернуть их в федеральный краевой бюджет, как не использовано в связи с погодой. Тогда как мы будем достраивать, деньги муниципальные тратить или что? Ну, по крайней мере, какая-то ясная, открытая картина. Я к чему это говорю? Вот задают мне вопросы избиратели. Я не могу ответить. Я вижу, что там происходит, а четко ответить не могу. Что хотели и что получили, и когда мы получим. Давайте мы ответим, чтобы мы все знали, что ситуация открыта, прозрачная, четко. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, использовано 44 миллиона рублей на сегодняшний день. Из скольки? Из, ну, будем, 68 миллионов. На этот из 67, да. Но они должны будут использованы в любом случае в этом году. Это федеральные деньги. А что мы остальные деньги сделать должны конкретно, получить что-то? В любом случае эти деньги будут освоены. Другое дело, что подрядчик пойдет, будем говорить, с недоделками на следующий год, возможно, что такая получится, так же, как подождите, мемориал. Что значит освоить? То есть, ну, как? Построить? Вот сейчас под снегом легла брусчатка. Сейчас вот амфитеатр должен построить. Ну, амфитеатр делается. Амфитеатр будет закончен. Будет. Потому что там, в принципе, остались вопросы чисто, ну, будем говорить, дерево отработать, нужно лавочки и так далее. То там они отработаются. Другой вопрос, что сейчас брусчатка может подкачать, потому что, вы знаете, потеряна сегодня электрическая сеть, сейчас копают во всех местах, там, ищут, не в полном объеме освещение закончено. Далее, фасад самоучреждения тоже не выполнен. Хотя материал привезен, панели лежат, вот у подрядчиков какие-то сложности с работниками. Ну, как всегда это бывает. Вот эти вопросы, они сегодня висят в воздухе. Вот, это первое. Второе. Качество работы. Вы понимаете, что качество работы оставляет желать лучшего. Я об этом говорил смешанные средства массовой информации. Ну, качество есть, там, гарантийные обязательства. Поэтому они в любом случае на гарантийные обязательства уйдут на следующий год. Это на весну следующего года. Ну, вот так вот. Ну, все-таки, коллеги, вот хотелось бы четко, понятно, позиция. Значит, два года модернизируется, 2020 год. План факт, значит, планировали средства такие-то, фактически использовано столько-то. На деньги, которые использовали, мы конкретно сделали вертикальную планировку, 10 тысяч квадратных метров брусчатки положено, построили там, я не знаю, павильон там для чего, надо пояснить для чего этот павильон номер один, павильон номер два для того-то, все под ключ сделано. Все понятно, вопросов нет. 2021 год, 68 миллионов, использовано 44. Хотели построить то-то. На 44 миллиона построили какой-то. Не хватает, значит, 26 миллионов, которые надо нам потратить. У нас есть такая возможность. Сроки все истекли, претензионная исковая работа организована, но при этом мы рассчитываем там, до 1 декабря сделать то-то. А неосвоенные деньги вернуть соответствующие бюджеты в связи с тем, что мы не можем их освоить. Но как вот такая картинка должна быть? Вот я на партийном активе, мне задают вопросы коллеги. Я не владею информацией, я не могу им сказать, что я ничего не знаю. Мне неудобно перед людьми сказать такое. Поэтому мне хотелось бы истину знать за два года, что планировали, что сделали, что дальше будет. Сейчас так же вы сами знаете, там не только один подрядчик. Там вы про освещение сказали, вот. Что сегодня вы слышали первый раз? Про освещение, что освещение... Ну как, ну вы же видите, что темно летом, вот даже вечером едешь или утром, освещение то горит, то не горит. Значит, недоделки-то идут. Вот они, недоделки идут, устраняются по ходу.
Ну, в общем, надо вот, коллеги, вот такая четкая, открытая, прозрачная. Николай Николаевич, вы все вопросы записали.